Берут. Как? Нормально. Макро-пещерка. Вон она. Дай что-нибудь так тыкнем. Я кину палку в шахту. Ну давай, Халк. Далеко пошла. Два, один. Прямо и направо. Я слышу, блядь! Ладно, сам разберусь! Подожди. Их три, вон третий, вон еще двое. Думал, не ты его подкинул. Семья какая. Олег, продолжай атаку. Атакуй. Ой. Так что за хуйня? Это тупик. Пока. Давай. Наконец-то непреодолимое препятствие. Понял, сделал.
Я был так близок к победе. Safe and sound. А, вот поэтому длинные нельзя, там такие крутые повороты эти. Вторую хуйню. Да, свою большую хуйню. Там реально, я поехал, короче. Там первый, наверное, я сколько... Что ты у белого не упал? Блин, ну тут прохладно. Нет, там снег. Почему там вот жарко было? Здесь сижу. Пожалуйста. Чё? Кто здесь? Время 8 часов. Да? Я не знаю. Дайте овца. А то вам и дали никотина ее сейчас до смерти. Вообще просто... Ебать! Кать, поосторожнее!
Я тебя первый снял. Пошли! Я себя нарванула, блядь. Не могу так быть. Дави ее, блядь! Не уйдешь, блядь, от нас! Стой! Туда. Вы устал из двух домов? Нет, там три. Я что там дальше что-нибудь? Теперь ты сможешь ванную принимать гораздо легче. Обана! Это видео? Да. Ты предупреждай, видео или фото? Или аудио. А ты предупреждал ты жену? Ай, блядь, конечно! Thank you.
На них. Пока не поздно развернемся. Нет, уже поздно. Пока к стене не украсть. Начните бежать резко, начните бежать с криками, пусть народ распугается. Ну, команд, начните с криками бежать. Нам уже поздно. А у нас даже было такое. Сейчас перейдем. Вот пришли за нами. А вы где-то там? И там стоит жопа. Метр. На метр. В магазине стоит продовольствие. Мне бы сейчас хуй с километр, я бы доставил ей удовольствие. Ты ж не пьес. Ну как вам в пустыне отдыхается? Хорошо? Горячо! Все отдыхается! Запотели, если тебя будет мокрая одежда, а потом поднимемся, будет пиздец. Так что мне делать это? Раздевайся. Я и так уже с расстегнутым всем иду. А Юля где?
Стопудово надо было брать эту кепку. Здесь как раз было. Она меня как раз олицетворяет. Давай я тебя сфотаю. Сейчас. Иди, иди, видео. Ребята, помогите! Помогите! Сосиски в кулере. Бля, сосиски не взяли. Сосисок. Сосисоны. Ничего нету. Мы туда идем? Мы идем там. Полиция вернется. Нету связи. Ну что, связь есть? Фига. Даже фига нет. На какой высоте мы сейчас находимся?
почти дошли. Еще почти 2 километра до вершины. Сделали привал. Через Чили едешь и обратно до севера. Не знаю, единственная проблема в том, что все свободное время летом, когда у нас лето, там зима. Там вот на Рождество, например, по Новый год. Там хочу поехать этим летом. На West Coast нигде не был, да, только East Coast. Нет. По-моему, не на... Шорткат взял. Ныряй. Я что, за пивом надо было идти? Перец и потом две минуты. Все, это конец. Вначале надо было сделать, знаешь, как в школу приходишь, ну, раскрыто. Такие, здравствуй. Стопудово. Иначе вы все уволены. Да. На вершине Вава. Мама, папа. Давайте нашу благородную. Я думаю, сократить опять. Слушай, санитайзер беру. В санитайзере есть алкоголь. Ха! Я говорю, запьет 99%. Сделаем, да? Ну что, вот они мы, команда супергероев. Ура! Победа! Что мы... такого интересного написать? Что это там? Интересно. Еда? Вот они мы, красавцы. Так, это телескоп пик. 3,350, мы это сделали, мы поднялись. Мы это сделали! У нас, короче, у нас тут пивной ларек, мы сейчас пиво взяли вот и бухаем. Ну, как обычно, нормальные пацаны, значит. Вот. Олежка, где семки? Вот, с девчонками тут сидим, значит. Они здесь были уже. Девчонки уже вся фигня. Были. Ну, все нормально. Тагил! Тагил! Отлично. Есть такая штука, которая мерит волны твоих мозг. Волны каждые 45 минут, там они по волнам так работают. Ты засыпаешь очень. Мне кажется, хардбит он больше мерит, чем волны. То есть это сколько нужно к себе аппарат? Нет, там есть какой-то типа шлем такой, ты с ним спишь. И они мерят вот. Ну, там шлем и там может быть. Я просто начинаю в 12, а заканчиваю в 10 вечера. Да, у тебя вторая смена. Да. Где у вас салфетки? Я есть, нахрена.
Салфетки до 3000 метров. Здесь одеться можешь в этом. А слушай, давай сделаем. Мне надо тут кое-что сделать. Чудо, пару. На самом деле вот 4 инча ставят изначально. А спустя много. Давай уже. Дима, что ты фотографируешь? Он видео снимает. Какой ногой ты отталкиваешь? Лен, какой ногой ты отталкиваешь? Вон же у нас профессионал есть. Я так, любитель. Ну, любитель, любитель, давай. И вот пошла, и все. А как так? И вот ты. О, секси ю, секси ю. Вау, почти вообще. Все нормально. Мы, короче, у нас палатка уменьшилась 3 раза. У нас закончились патроны. Нам нечем отстреливаться. Ну да, достаточно песка. Мы будем делать. Мы делаем траншеи. Во, отлично. Перед вами знойная пустыня, блядь. И это полный пиздец какой-то. Потому что это пылевая буря. Собираем палатку, перебираемся в машины. Как ему оно? Экстремальные приключения, блядь! Просто пиздец. Если мы едем к дюнам, дюны идут к нам. Да. Видите, блядь, дюны отомстили нам. За то, что мы натоптали. Охуеть. Че, ничего не забыли? Не знаю. Охуеть. В большом количестве. Когда в Тампе была, был очень прикольный трюк, я до этого у них не видела.
тухлые эти бабочки, им там вообще их кормят. Ну, блин, им там скучно. Зарплату прибавят. Думаю, там странно. Там грибы уже давно не помогают. Чего все собирается, да? Видишь, машину выбирать. Я представляешь, приходит чувак, говорит, все, ребят, я вам придумал. Я там придумал. Приносит этому какого-нибудь главного прораба. Ебанули, что ли? Как я это сделаю? Мерлин Максвелл. Прям не... Там темные силы. Сейчас будет такой душевный.